В небе над аэродромом мало авиации. Ветераны воздухоплавания делали бочки, когда самолет вращается вокруг своей оси, мертвые петли, переворот через себя и входили в пике. Все трюки требуют большого мастерства и к их выполнению не допускают новичков. Например, фигура, бочка на вертикали. То здесь нужно очень строго выдерживать геометрию при выполнении скорости. И, значит, ориентация в пространстве должна быть к этому времени отработана идеально. В шоу принимали участие не только современные самолеты. В воздух поднимался и настоящий аэроплан-ветеран. По-2 во время Великой Отечественной войны применялся как бомбардировщик. Благодаря легкой конструкции, которая позволяла машине долго планировать при выключенном двигателе, самолет мог провести в воздухе долгие часы, далеко заходя на территорию врага. Этот экземпляр был построен в 50-е годы. В нашем крае он единственный сейчас на ходу. Стараниями механиков его удалось восстановить, и теперь планер участвует в авиашоу. Здесь прямое управление. То есть воздействие на рули, исключая гидросистемы и все прочее. Тут жесткое управление через тяги на рулевые поверхности. Это дает пилоту почувствовать воздушную среду, все ямки, кочки, все прочее, все прочее. День воздушного флота традиционно отмечается в 3 воскресенье августа. Устроить праздник на аэродроме близ Красноярска решили из-за хорошего прогноза. Летная погода позволила подняться в воздух не только самолетам, но и дельтапланеристам, а гостям получить максимум впечатлений. Я люблю самолеты. Мне нравится, как еще там с парашюта спрыгнуть. Когда я хочу подрасти, хочу спрыгнуть с парашюта. Очень. Когда вот особенно петли вот эти вот делают, то есть это очень дух захватывает, и самой становится так страшно, здесь все сжимается в груди. Но когда летчик выходит, снимает свои наушники, слышит аплодисменты, я думаю, это ни с чем не сравнимое. Посмотрел вот высший пилотаж в исполнении Виктора Егошина, я впечатлен до глубины души. Я даже пробовал чуть-чуть, но вот не получилось закончить и получить пилотское удостоверение. Но надеюсь, что я еще эту мечту осуществлю и закончу свое обучение. Это был энергичный вираж, друзья мои. Давайте поднимемся на самолете. Сергей Сеславин, Максим Галат. Новости.